Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Печки-лавочки, это самый позитивный семейный влог. Привет! Мы, кстати, колясочку-то на хуторе оставили. Поэтому решили, пускай она там доубивается, а себе взять, возможно, либо одну такую более проходимую, либо две одинарные, чтобы можно было отдельно и в каждый магазин, вместе. В принципе, зайти, в каждую дверь с двумя с такими колясками одинарными. Вот. И они легче, и в багажник в маленький наш влезут. Гуляем мы все равно вдвоем вместе. Ну что, какая тебе нравится? Три. Вот это. А вы можете показать, как она складывается? А можно три? Она складывается вообще прикольно, как это чемоданчик. О! Еще задвигается ручка. О, так это вообще дорожный вариант, класс. Это куда-то летает даже, да? А разложите, пожалуйста. Все. Одним движением. Берем такие? Какие по цвету? Не знаю, давай подумаем. Какой точно цвет нет? Ну. Я не знаю, мне это не нравится. А тебе какая нравится? Ну вот, мне вот это черное. Мне кажется, что летом будет все-таки жарковато мне, нет? А мне кажется, они одинаковые. Ну, они все. Вот цвет. Это? Вот это как-то, я даже не знаю, честно говоря, цвет. Больше девчонки, да? Вот это серенький. Вот серенький он такой мужской. Рада. Есть еще вот такой светлый цвет. А таких два будет? Да. А может такой светленький тогда? Ну да. Он идет на светлый. Так, это точно. Немножко морковатый может, да? Ну, вот я не знаю. Хотя, ну он не то, что белый такой, он серый. Можно посадить? Ага. Там столько ремней. Тут еще не ходишь, поэтому... Места здесь много и на земле. О, мне кажется, что ему нравится. Назар, как тебе? Ну так-то нормально, да? О. Так-то вы все равно не влазите. Не влазите? А если опустить спинку и положить? Подожди, Олька, подожди, как это же... А, тут же вот так опускается. Да, шнуровочка, любой уголок наклона можно сделать. Ага. И что, и как? Ножки вниз. Опа. Спасибо. Не маловатая? Ну, это прогулочки, они вот такие. Ну, как-то да. Там он уже упирается. Ну... Нормальная обивка, ну, на ощупь. Захар. Не, ну здесь смотри, когда сидит, он хотя бы помещается. Он ногами. Сидит нормально, да. Понимаешь? И помещается потом ногами. Еще чуть-чуть подрастете, подножку опустите, и ножки уже будут свисать и дорастать до подножки. Да, сейчас еще в таком возрасте вот так будет. Ну да, наверное, ты же в любую коляску потом не вместишь лежа. Да. Ну да. Прогулки, они считаются, что они больше такие прогулочные варианты, уже такой полноценный сон, якобы детки постарше, и не будет такой прогулки, которую там как в кровати поместили, спите себе. Ну вот это мне расцветка нравится. Нравится? Ну. Скажи, катай меня. Смеет. Нормально? Берем? Или что? Берем! Поехали, поехали, поехали. Конечно, теперь один сидишь, как король. Две есть такие, да, вы говорите? Две, да. Класс, да? Угу. Назар, а тут да? Подстаканники есть? Нет, у них нет, не предусмотрено. Не держатели таких нет. А как, куда мы кофе будем ставить? Оля, может такие еще посмотреть, померить? Ну, померяй. А вот эта моделька. Сейчас, именно эта моделька. Она даже вот по росту с запасом. Подходит. Но помассивнее в плане вот в багажник. Я сейчас еще, кстати, посмотрю, вообще влезет она мне в багажник. Таких две. Ну и, наверное, по системе колес, вот это, да? Ну она, да, она такая помощнее, коричневый, помощнее. Да. Ну, вот такая коричневая, классная. О, видишь, хорошо. Ну она тоже удобная. А да, они все удобные, они легенькие, все по удобные. По одному вообще легко катать.
Захар-то тогда не усни только, сынок. Ну правильно, здесь смотри место, у него ноги вмещаются. Ну. Так как он стоит. Здесь еще другого плана коляска. Здесь еще полностью капюшон будет опускаться. Здесь можно открыть. А здесь как и вот там. Ага, сеточка москитная. Вентиляция. Это все дело здесь подстегивается. Угу. Ну класс. Наверное, такие, да. Угу. Угу. Так вот оно войдет. Ну и все. Ну, что вам хочу сказать. Мы опять жертвуем, так сказать, местом в багажнике, которого стало еще меньше. Вообще не стало. Мы теперь получили удобство для детей. Для сна. Для сна, угу. Для прогулок. Удобство нам при катании коляски с детьми. В общем, ну, я думаю, что плюсы перекрывают этот, да, минус. Друзья! И мы автоматизируем все больше и больше наших содержание наших домашних питомцев. У нас уже есть поилка автоматическая, у нас есть освежитель, ионизатор туалета от этой фирмы. Нам она очень нравится, это Donny Pose. И нам сегодня пришла посылочка, долгожданная автоматическая кормушка. Да-да-да. Теперь это уже будет практически... У нас полностью автономное содержание. И еще туалет еще. В общем, суть этой кормушечки в том, засыпаем корм, и она автоматически дозирует этот корм для котиков. Ага, вот это вот отсюда, наверное, высыпается, да? Угу. Подключается к Wi-Fi. Да ты что? Ничего себе. О, у меня таких батареек нету. Там можно кабель вставить. Можно. Хорошо, что она работает как от сети, есть блок питания со шнуром, так и от батареек. Здесь мешочек с силиквелем, его помещаем сюда, чтобы корм не сырел, угу. Да, чтобы он подсушивал его. Круто. А сколько сыпет? Сыпет. Кормушечка работает от приложения, в общем, настраивается, да, через Wi-Fi там все оно. Угу, сканируется в книжечке. И она подходит как для котов, так и для собак. Соединяем нашу кормушечку, угу, с телефоном. Успешно добавлено. Обновляем прошивочку. Так, ну и что у нас? Давай кормить сам нажми, что это будет. Доля кормления. 1, 2, 3, ну, 2. Ну давай. Давай 2. По щадящему. Что это получается? Что нам вообще никаких забот, скажи. Вообще. Представь, ты уходишь на работу там или уезжаешь куда-то, да, и ты знаешь, что у тебя будут коты накормлены. Так, а смотри. Так можно настроить. О, давай, один, давай повторение. Все, выбирай. Так. Дальше. Это у нас сколько? Это надо таких вот... Ты выбирала сейчас двойку? Да. Давай пятерку и... На двоих, или, может, или восьмер... мало. Давай восьмерку. Восьмерку и два раза кормить. А, вот так вот, да? Время выставляешь? Время. Ну, давай, во сколько они обычно у нас там где-то в часов 8, да? Ну, хотят давай кушать. Давай. О, давай еще плюс, наверное. Еще плюс. И давай вечером, да, поставим, угу, чтобы кормила. Давай. 8 вечера, да? Давай. Вообще, как бы желательно после 6 не есть, но у нас...
котики не на диете, поэтому нормально все. Но мы еще посмотрим, какая порция, да, сколько. Ну, да, это потом отредактируем. Запись кормления. Так, ага, вот сегодня вот, две видишь? Порции, да. То есть можно посмотреть историю, сколько раз покормили, так? В общем, тут еще есть такая прикольная функция, что когда это устройство будет кормить котов, оно будет издавать звук. То есть мы сейчас запишем голосовое для них сообщение, да, и они будут кушать и вот там, и слушать нас. Так, записываем. Приятного аппетита! У нас самообслуживание, поэтому посуду за собой убираете сами. Приятного аппетита! У нас самообслуживание, поэтому посуду за собой убираете сами. Ну класс. Не, классная вещь вообще, обалдеть. Мне нравится. Ну, так же, как и поилка наша, и наш этот освежитель воздуха. Да. Это все этой фирмы, и мы очень довольны. Уже сколько? Уже больше года мы эксплуатируем. Какое года? Больше? Ну, уже года 3. О, я уже даже, видишь, как? Ну. И не помню, сколько времени прошло. Но сейчас поставим, посмотрим на их реакцию, как они будут кушать. Давай. У нас самообслуживание, поэтому посуду за собой убираете сами. Этот пришел такой. Так, слышу, что что-то тут шелестит уже, корм где-то. Ребята. А еще знаешь, что классно? А? Что Лёля не будет миску тягать. Ну да, кстати. Она любительница в миску вытянуть. Угу. Эту-то она уже не подвинет. Угу. Лёлька, подвинься, мне Симбу не видно. Ну иди, кушай, иди. Угу. О, Симба, ну-ка, зацени. Зацени кормушку. Она трусишка. Приятного аппетита. У нас самообслуживание, поэтому посуду за собой убираете сами. Мне кажется, что у вас там уже сейчас будет многовато, не? Приятного аппетита! У нас самообслуживание, поэтому посуду за собой убираете сами. Лёля, посуду помыть. Ты куда пошла? Кто же за тобой будет убирать? Ишь ты на неё! Смотри, как тихонечко-тихонечко, да? Фонтан у нас срабатывает на движение. Коты подходят, фонтан срабатывает автоматически. Может, ложечку тебе дать? Давай приклянемся и вилку дадим. В общем, ребята, ссылочку мы оставим нам эту вот кормушечку в описании. Переходите, если кому-то надо. Да. Они есть нескольких вариантов, там, судя по приложению, да? Угу. Там есть и с камерой, то есть, ну, в общем, вообще обалденная вещь. Угу. Вкусно, баранка? Симбочка, пожалуйста, отойди. Ну, твой хвост все закрывает. Симба. Сынок, чтоб не повалять, нельзя поесть? Ну, Симба, я тебя прошу, иди с кадра.
Ну, что ты хочешь от меня? Ну, Симба. Обкатаем. Угу. Так, москитную сетку бьем. Да, все берем. Подстаканники берем. Все берем. Кофе не взяли, но берем. Ну, может, купим где по дороге. Так, значит, это не берем. Я спать не могла, всю ночь уже ждала, когда пойдем. Слушай, ну сейчас мы реально в разных колясках, никто не подумает, что двойня. Правда? Да. Они же у нас совсем разные. Конечно, сразу минус то, что вот ставить приходится вот так вот. Да? Ну, ничего. Это все равно лучше, чем было. Ну, единственное, да, то, что песок где-то может попадать. Угу. А я тут надену сразу вторую. Да, наверное, лучше в машине колеса надевать. Смотри, какая у тебя машина, этот машина. Какая у тебя колясочка теперь будет, сынок, подожди. Папа соберет. Милости прошу. Ва. Класс. Какую выбираешь? Да любую. Так. А ну-ка дай. Опачки. О, конечно. Крутенько, крутенько. Да, в этих они даже сидят как... По-другому совершенно. По-человечески, правда? Да? Они даже держатся. А там даже когда одевали эту штуку, они не сидели так. Угу. Ну иди за Захарушкой и уже. Мы никуда не едем, поэтому сильно не расслабляйся. А то он уже... Да, нам, чтобы собрать коляски, приходится одного ребенка сажать в кресло, в автомобиль. Одного я держу на руках, и тогда только собираем коляски. Сегодня такое солнышко, вроде, но ветер холодный. Ну и чё, и как? Не, ну, по-моему, это вообще лучшая покупка. А сегодня, кстати, им годик и 2 месяца. Да. Мы лучшую покупку им на их, типа, день рождения, да? Ну. Еще проверим, как сетки надеваются и какие эти, как они с ножками в этих накидочках. Ну, видишь, у Захара даже вот уже до конца почти ножки достают, да? Угу. Ну, там они торчали уже. Да, да. Мы еще с тобой потом приобретем эти соединители, да? Адаптеры? Ну, да. Если найдем, то возьмем. Слышишь, мы когда к твоим родителям ездим, да, папа с мамой все время дерутся, кто покатает, да? Давай, дай, но. Да я. А сейчас у каждого будет своя коляска. Правда? Но. Да и нам тоже. Легче, да? Конечно. Да даже если вдруг надо будет с одним ребенком куда-то поехать, да, взял с собой коляску. Угу. И легче намного. Даже непривычно все от колёс. Мы пошли-то. Тормоз кстати работает. А у тебя? Так мягко он нажимается. Работает. Кстати, мы даже не проверили, да? Ага. Но работает. Это такое ощущение почувствовать, как будто с одним ребенком, да? Мы как будто бы, знаешь, с тобой такие просто взяли вывели своих, да? Детей погулять. Да, да. Соседи, да? Но соседи. Такие, которые друг за другом повторяют. Там коляски одинаковые. Да? Ну, потому что реально дети же разные. Ну. Пойду кофе возьму нам, да? Ну, давай, подстаканники спробуем. Все надо испробовать. Тест-драйв. Ну, пока только стоя можем проверить, да? Крышек не оказалось. Да. Ну, удобно наверняка. Ну, даже скорее, кружечки, наверное, эти. Удобно. Да. Смотри, как Захар сидит. Это барин просто. Везите нас. А Назар его держит. Везите нас быстрее куда-нибудь. А, так можно и побалдеть, держи. Кофе будешь? Кофе с собой.
Не, ну с папкой одно лицо, конечно. Да? Угу. Я так и поняла, что ты подстригся. Ты захотел просто быть похожим на детей? Ну так... Чтобы, знаешь, как не обидно было. Мы же их постригли лаоса. Ну нет, мы не наголо стригли, мы стригли под насадку. Ну так же, как и меня. Ну так ты не наголо, ты подстрижен под насадку. Ну да, под первую насадочку. Да. И я заметил, да, что они в этих колясках, даже если останавливаемся, то они не капризничают. То есть им нравится, да, если в них сидеть, они удобные. Потому что, понимаешь, в той у нас, когда сидя, им неудобно, они капризничают. No. А когда кладешь, они не видят ничего, им тоже не нравится. Да. И в итоге им остается только спать, потому что все время только лежа возят. No. Сама серьезность. Вообще, просто не подходите. Ну аккуратненько, ну все, не болит ничего. Гитарист, конечно, знатный. И левой, и правой рукой играешь. А ну-ка, давай. Скажи, давай. Я еще не определился. Да? Левша или правша? Угу. Вы дуэт такой хороший будете. Ну, отличный. О. Это он уже сам зажимает аккорды. Точно. Я думала, ты держишь. Нет, все, видишь. До мажор. Замущенный жару, я вынесся из сил. Дом не сикали, дощили, попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил. И жестом дружелюбным на ужин пригласил. Эй, будь кому-то, или я ни в чем не откажусь. Я ни в чем не откажусь. Я ни в чем не откажу. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил, представьте себе. Ну вот пришла лягушка, ну вот пришла лягушка, прожорливая брюшка, и съела кузнеца. Представьте себе, прожорливая брюшка. Представьте себе, и съела кузнеца. Та-ра-та-та-та-ра-та,
Сынок, так ты вообще гитарист будешь? Весь папку. На, ох уже будешь покорять эти дамские сердца, ага. Девичьи. Давай, бросай. Давай вместе, давай, бросай. Бросай сюда. Я сейчас все подостаю да, сначала. Бросай сюда. Смотри сюда. Оп. Смотри. Давай ты бросай. Бросай сюда. Бросай сюда. Вот так. Давай, давай. Ой, почти. Давай, давай. Ура! Молодец. Давай еще. Бросай сюда. Вот кому надо сюда. Это игрушка из подручных средств развивающая. Бросай сюда. Просто 5-литровик и крышечки от детского питания. А еще с трубочками тоже интересно, с соломками для коктейлей. Смотри. Ура! Ты прям как взрослый, вот так уже у папы на коленях. Вот так. О. Мама. Да. Мама. Сейчас мама будет кормить. О, видишь, как замечательно. Все на пол, правильно. Потом будет чем играться, скажи. Зашли в банк. Детей вон посадили поиграться. Ну, сидят нормально на стульчиках. Хорошо, что у него уже температура спала, то повеселел. Потому что у Захар то сейчас спит. Ему так немножко похуже. Ну, у него видишь, температура была побольше. Была, да. Долго не спадала. В общем, первый я заболел. Вот. Но я очень быстро, кстати, не знаю, помогла ли либо она, либо не она, а лекарственные средства, которые нам прописали. Но я употреблял несколько раз. Признаюсь, настойку восковой моли. Вот. По рекомендации тещи. Любимой. Да. Вот. Она долго предлагала нам это средство, очень давно. Папе, маме помогло от кашля. Вот, и когда они где-то простывают или заболевают, они всегда выпивают, и как бы дальше не развивается болезнь. И вот да. Юрка тоже попробовал. Кашель, я вам скажу, на следующий день был сначала сухой кашель, на следующий день после одного раза приема чайной ложки восковой моли, я сейчас, кстати, пойду выпью, сразу вот пошла мокрота. Встала и пошла. Ну, уже такое мокрота начала отходить. Все послушали. Слышно, да?
Вот, поэтому, ну, тема, реально тема, и все, и даже состояние получше стало. Угу. Мне не зашла. Тебе не зашла. Я ночью думала, помру. Ну да, у тебя что-то так вообще какая-то реакция пошла не так. Пошли, ляпну немножко в восковой моли настойки. Так, в общем, чайная ложечка, я ее пью вот так, под язык, да, заливаю, немножко держу, ну там, секунд 5, и проглатываю. Мне даже вчера обожгло все под языком, я не знаю, зачем мне ты так держишь. Мне тоже обжигает. Ну, я читал, что так нужно делать. Я такое не читала. Да. Когда не пьешь алкоголь, оно так сразу чувствуется. Фу, так противно вообще было вчера. Ничего не выпьешь, да, ради здоровья? Ой, не говори. Все, ладно, ребят. Вы были на канале Печки-лавочки. Это самый позитивный семейный блог. Не болейте. Все. Пошел лечиться.